В воскресенье 23 октября ФК «Русичи» проведет заключительный в этом году домашний матч первенства страны в зоне «Центр». Орловчане встречаются с одним из принципиальнейших соперников – липецким «Металлургом». Начало игры на центральном стадионе в 15 часов. Прямую трансляцию этого матча смотрите на телеканале «Истоки Инфо» в кабельных сетях города и в интернете у нас на сайте.